Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 3. На очереди у нас ралли Японии. Уже видно японскую погоду. Это будет, скорее всего, что-то вроде дождей, как и преимущественно в Британии происходит. Посмотрим на информацию по этапу. Значит, первый. Название, конечно, у них жесть. Шин Мачи. Ни хрена, значит, такое. 5,5 километров, дождь и полностью асфальтовый. Второй старт в 15.00, Хакуба, почти 5 километров, средний дождь, то есть усиливается. И также полностью асфальтовый. И уже в 19 часов Амачи, 5,1 километров, легкий дождь и полностью асфальтовый. Короче, у нас будут полностью асфальтовые спецучастки. Настройки никакие я производить не буду в сервис-боксе, поэтому сразу начнем. Тот первый спецучасток. Мы первыми стартуем. Ну, погнали. Ой-ой. Больно сильно на большой скорости заехал. Into long three right. Потерял сцепление. Into K long six left. Лучше, конечно, перед таким поворотом сбивать скорость максимально. And left. And long four right, don't cut. And five left. Into K jump. And very long four right tightens over crest. Не, ну Япония, кстати, прикольно. Мне нравится по Японии кататься. And six right. And six left 30. Значит, дальше, по-моему, будет где-то, короче, лужа большая. Там самое главное в стену не приехать. Там будет, по-моему, левый поворот. Шпилька и наверх. Into four left and turn open hairpin right, don't cut. And long six right into K, turn open hairpin left over. Это, скорее всего, здесь. Да, вот. Into six left and open hairpin right. Ну, еле-еле мы там остановились. 30 long three left. And four right. And six left into crest and hairpin right. О. Чуть опять в стену в угол прям какой-то не въехал. And three right and two left. Into long four right tightens and three left. And three right tightens and six left. Into long six right, into hairpin left, don't cut. 50, hairpin right. Больно сильно развернуло. Но я на большой скорости заходил. 30, long 5 right, opens, into 4 right. Финиш. Так, 3.22. Позиция в ралли первая, и у нас преимущество в 10 секунд от следующего позади соперника. Тормоза, износ, подвеска сзади где-то приложили. Это, наверное, там об угол дома. Ось туда же. Ну и шины. Износ. And long three right, 36 left, 30. Ого.
Ну реально, кстати, заметно, что дождь усилился. Прям боль, ну, больше интенсивности поливает. Гроза какая-то добавилась. Into 6 right, 30, care, long 2 left. Into very long 6 right, tightens to 2. Into long 6 left. Что я ошибаюсь часто. And 6 right, into long 3 left. 50, long 4 left. And 6 right, 30, long 2 right. 56 right. 52 left, 32 right, and 6 left and turn 2 right, and 6 right, 56 left, and turn 2 left, narrow, and right tightens to turn 2. Я думал побольше по шоссе поедем, нет, сразу свернули. And turn 2 left, into 6 right, 50. Long 4 left tightens. 50, turn 3 left cut. And 6 right, and 6 left. Into K, long 5 right over crest tightens, and 4 right over crest. 30, long 3 left don't cut. 30, K, long 5 right tightens, and 6 left. Into 6 right, and 5 left tightens. Into K, 3 right, post outside, into long 6 left. Кстати, а почему у меня габариты не горят? Right, фары же должны гореть, по идее. Или сейчас день не нужен? Right, да, по-моему, они не горят, они только ночью горят. Ой, вот это жестко. Into turn, hairpin left. 50, long crest, and 6 right, 50. Long 5 right, into K, 3 left, tightens over bridge. Into 3 left, don't cut. 50, turn 2 right. And 2 left. Ой-ой-ой. 30, long 6 right. Into 3 left, don't cut. And 4 right. And long 6 left. And 3 right. Into 6 left. Into 4 right. And 4 left, and 3 right opens and tightens. 3 left opens over finish, and 6 left. Все, доехали наконец-то, блин. 3.10 вышло это у нас. Что-то как-то криво машину показали. Ладно. Ну да, фары не горят. Так, позиция в ралли после второго этапа. Плюс 17 секунд у нас отставание у второго соперник, то есть тот, который позади нас. Можно сказать, у нас, точнее, отрыв 17 секунд. Итак, тормоза, износ. Теперь еще передняя правая подвеска. И туда же ось. Турбина и коробка передач повредилась. Выхлопная труба, спойлер, передний бампер. Ну и колеса. Короче, по чуть-чуть, ну, мы так подраздолбали машину. Ну, в принципе, я думаю, мало это будет ощущаться на управляемости. Three right, 30, long four right over crest, and K three left, into four left, into long three right, and long three left, and three right 50, two left, and long six right tightens to three, into turn two left, and long six right tightens, блин, опасно так ставить зрителей.
Я бы, на самом деле, в реальной жизни бы так их не поставил. Машина из-за поворота вылетает, и прямо вот, считай, если не повернет, то впереди среагирует. Там минус толпа. Into 3 left, and 3 left, 50 long 2 right over bridge. Ого, прикольно. And 6 left, локации and 6 неплохие. Right, 30 long 2 left, into 6 right, 30 long 3 right, 50, 4 left tightens to 3, 30 long 3 right tightens, and long 4 left. Into long 3 right, into long 6 left, 50, 6 crest, 30, 4 left, into 4 right, and crest, and 4 left, 30, long 5 right, 30, turn 2 left, and 6 left, and long 4 right, cut, into 4 left, into 6 right and K turn 3 right narrows, 50, 4 left and 4 right over bridge, 50, long 4 left, into 3 right cut, 30, long 4 right, and long 6 left tightens over crest, into 3 right, into long 4 right, and very long 6 left tightens to 4. Into 4 right, 30. 6 left and long 6 right. 100 over finish, 4 and 4 left. За 3.12. Итого добрались мы до сервисной зоны ко второму дню. Машина у нас повреждена, но я думаю, сейчас за сервис-бокс у нас ее поправят. Но это будет уже в следующем видосе. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы и стримы. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, ребят. Всем пока.